эфире прогноз погоды. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Наконец пошел снег и начало появляться настоящее новогоднее настроение. Правда, завтра, 27 декабря, будет просто пасмурно. Поэтому расчистить все снежные завалы, образовавшиеся в четверг, успеем. Новая порция обильных осадков ждет нас в субботу. Ну а потом до конца года осадки не ожидаются. Что касается температуры за окном, то пока тепло. В пятницу днем минус 8, ночью минус 10 градусов, в субботу днем точно так же минус 8, а ночью уже минус 12. Похолодание придет в ночь с воскресенья на понедельник. Днем будет еще минус 13, а ночью уже подморозит до 23. В начале недели станет еще холоднее. По ночам столбики термометров опустятся ниже 30 градусов. Теплее будет уже только в следующем году. О погоде у меня все. Прощаюсь с вами. Не замерзайте. До свидания.